Всем привет! Сегодня мы будем делать кристаллы из лимонной кислоты. Для этого нам понадобится стакан, ложка, лимонная кислота, леска, красители и очищенная вода. Для начала наливаем 100 мл воды. Теперь переливаем его в большой стакан. Добавляем лимонную кислоту, пока она не перестанет растворяться. Лимонная кислота растворяется лучше всего, когда температура воды 20 градусов. Нужно помнить, что при растворении лимонной кислоты вода охлаждается. Раствор запрещается нагревать, так как при остывании образуется тягучий сироп, и кристаллы из него не вырастут. Если вы не хотите ждать, пока раствор опять нагреется до 20 градусов, нужно набрать теплую воду в контейнер и поставить в него наш стакан. У меня в 100 мл воды растворилось 250 грамм лимонной кислоты. Теперь в насыщенный раствор добавляем еще чуть-чуть лимонной кислоты. Через 1-2 дня на дне начнут образовываться кристаллы. Этот раствор нужно будет процедить. Из них нужно будет выбрать самый большой. Его нужно привязать на леску, а раствор процедить. Добавляем красители. Цвет можно выбрать любой. Леску привязываем к картону и закрываем стакан, чтобы в этот раствор не попадала пыль. Теперь убираем наш раствор в темное место. После этого начинаем выращивать наш кристалл. Периодически этот раствор нужно будет процеживать. Всем привет! Прошло 2 недели, и кристаллы значительно выросли. Видите, красный кристалл вырос больше зеленого. Это произошло потому, что в темном зеленом растворе на дне стали образовываться несколько кристаллов и стали поглощать силу роста основного кристалла. Если вы на дне заметили другие кристаллы, то нужно процедить раствор. Но будьте осторожны, кристаллы очень хрупкие. Если их надолго достать из раствора, они трескаются из-за перепада температуры. Так что быстро процеживаем раствор и отправляем кристаллы дальше расти. По 3 недели, как мы начали выращивать кристаллы. И результат следующий. Если на дне образовались другие маленькие кристаллы, то процедите раствор и продолжайте выращивать кристалл. Всем привет! Прошел месяц с того момента, как мы поставили выращивать наш кристалл. В результате кристаллы выросли до такой степени, что через месяц они перестали помещаться в раствор. Поэтому нам придется остановить эксперимент на этом этапе. Итак, результаты за месяц. Далее достаем из раствора наши кристаллы и протираем их салфеткой. После этого их нужно покрыть лаком, чтобы они не разрушались. Главная проблема в том, что нужно все это сделать очень быстро, так как вне раствора кристаллы могут треснуть от перепада температуры. Интересная особенность в том, что хотя наши кристаллы месяц находились в очень ярком и цветном растворе, кристаллы впитали в себя совсем немного цвета и остались полупрозрачными. К сожалению, при выращивании кристаллы из лимонной кислоты не приобретают яркий оттенок. Очень-очень жаль. Теперь давайте посмотрим, как будут выглядеть кристаллы при разных освещениях.
наш эксперимент длиной в целый месяц закончился. А кому понравилось видео, ставь лайк и подписывайся на канал. Всем пока!